Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Екатерина Градова – российская актриса театра и кино, известность которой пришла в 1973 году после выхода на большие экраны фильма «17 мгновений весны», в котором она исполнила роль радистки Кэт. Екатерина Георгиевна родилась и выросла в столице. Ее папа был архитектором и профессором, он трагически погиб при восхождении на гору Памир. Мама Раиса Градова – театральная актриса. Несмотря на то, что Екатерина с раннего возраста бывала за кулисами театра, где выступала ее мать, непреодолимого желания продолжить актерскую династию у нее не возникало. После получения среднего образования она даже поступила в Москву. Московский университет иностранных языков, но проучилась там только один курс. Именно в это время она поняла, что желает выступать на сцене. Градова подает документы в МХАТ и становится студенткой Василия Петровича Маркова. Уже на четвертом курсе Екатерина Георгиевна получила признание общественности. В театре Маяковского артистка сыграла в спектакле под названием «Таланты и поклонники» и обратила на себя внимание. После выпуска она стала работать в театре сатиры и прослужила в нем до 1987 года. Но в конце 80-х она ушла из театра и из кино. Была замужем за Андреем Мироновым. Есть родная дочь и приемный сын. Новые фото Екатерины Градовой можно увидеть в интернете. После того, как актриса оставила творческую профессию, она посвятила жизнь религиозно-просветительской деятельности. К кинокарьере Екатерина Градова так и не вернулась. В начале 90-х годов Градова стала все больше задумываться о вере в Бога, о религии. По некоторым сведениям, к Богу она обратилась после тяжелого заболевания. Екатерина стала угасать на глазах, а доктора так и не смогли поставить диагноз. После обращения к религии болезнь стала отступать. В дальнейшем Екатерина Георгиевна создала фонд, чтобы помогать сиротам и старикам. А какие роли Екатерины Градовой запомнились тебе? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.